Кощунственный креатив. Под девизом «Выпекаем на месте» рекламу пекарни и крематория совместили на одном плакате. Зловещий маркетинговый ход теперь красуется в лифтах жилых домов. Ну, неприятное соседство, как будто издеваются, если честно. То есть «Выпекаем вместе» и «Нижегородская крематория». Ужасно. И вообще-то не смешно, но... Люди разместили, не подумав, мне кажется, просто-напросто. Ну, рядом-то как бы несовместимы две вещи. То, что выпекаем на месте, и крематория, то есть как-то это. Людьми руководит только желание заработать деньги. Этическая сторона не волнует уже, мне кажется, почти никого. Мне кажется, мы уже перегнули палку. Здесь сам факт вообще другого момента, того, то, что оно не может быть вместе. Это выпекание хлеба, это замечательный тоже процесс, но выпекание и запекание, то есть это как бы вот... Не должно быть последствия того, то, что как совмещаются это две вещи и слова, которые употребляются в этих слоганах. То есть я думаю, что это неправильно, конечно же. Просто не подумали. Человеческий фактор, нормально. Россия, матушка. Наверное, ближе к кощунству это, ну, как бы можно отнести, потому что, ну, нужно соображать, что делаешь, грубо говоря, да. Сначала размести, все хорошо, там много таких объявлений, таких же размеров, которые можно было сюда поставить. Вот, ну... У нас сделали по-другому. В рекламном агентстве, которое является автором этого плаката, говорят о том, что как крематорий не рекламируй, людям не угодишь. Какие бы ни размести там видеоуслуги, люди в любом случае будут недовольны, что они рядом с крематорием. Просто оставь даже пустое место, все равно люди так, ну что? Скажите, пожалуйста, это система автоматом так выполняет? Или это человеческий фактор? Не заметили, что рядом вот эти именно совпали так рекламы? Все, давайте. В Нижегородской антимонопольной службе, хоть и говорят о сомнительной моральной стороне этого креатива, но нарушений не находят. Рассмотрев данную рекламу, специалисты управления приходят к выводу о том, что нарушения отсутствуют. Но это скорее какие-то нормы морали, может быть, скорее нарушены, чем законодательство о рекламе. В самом крематории о таком своем соседстве были не в курсе, но сообщили, что таких рекламщиков больше нанимать не будут. Или это от недалекого ума рекламодатель, или как они, рекламного агентства, да? То ли это, в кавычках, доброжелатели такие у нас. Кстати, мы с ним, я думаю, что мы с ним не будем работать в этом направлении. Мы с ними не будем заключать договоры на рекламу, и все.